Так, ну что, господа, теперь посмотрим внешний вид, как этот автомобиль выглядит. Полностью светодиодный, подключаемый, у него секция идет на дальний свет. Внизу туманочки тоже светодиодные, достаточно выглядит симпатично, но своеобразно. Но чем-то он напоминает Гелендваген. Вот эта рамочка, как на гелике идет, как на новом. У него, получается, идет секция дополнительно, это дальний свет, ближний свет, плюс ходовые огни, да? Интересный внешний вид. Цвет такой темный. Колеса у нас, получается, максимальная комплектация. Это у нас идет. Сколько у нас? Сейчас посмотрю. 235 на 65 R18. Кажется, как будто бы меньше. Светодиодные зеркала, повторители поворота. Здесь у нас идет камера. Кругового обзора 360, бесключевой доступ есть. Только, получается, на передних дверях, на заднем. На задних дверях нету. Сзади рамка такая черная. Фонари светодиодные. Кстати, очень хорошо выглядят фонари. Мне нравится. Интересно. Давайте посмотрим багажник. Кнопка открывания багажника. Так. Достаточно шустро открывается. С левой стороны, там, кстати, как на Land Rover, тоже значок такой, шильдик получается. Сразу же эво-коврик у нас идет. Ниша. Там у нас запаска. Кстати, полноценная запаска. А, и тут еще у него стоит в запаске сабик. Сабовое звено. То есть музыка здесь премиальная идет. Infinity 10 динамиков. Но надо на нее настраивать. Запаска, литье. Полноценная, отбалансированная. Ниша. Здесь идет розетка. Кстати, вот она, розеточка. 220 вольт. Максимально 120 ватт мощность. Ну, здесь можно что-нибудь положить сюда. Здесь у нас крючочек, пакетики сложить, подложить. Здесь тоже крючок, подсветка идет, шторочка. Оп, шторочку поставили, что-нибудь сюда положили. Вот. И панорама, кстати, обратите внимание, панорама очень красивая, очень большая, она открывается полностью. Так, закрываем. Кнопка закрытия здесь. Оп, закрыли. Закрывается быстро. Внешний вид автомобиля неплохой, он компактный, достаточно компактный. Отделочка здесь мягкая, здесь простой пластик, получается. Ну-ка, автоматический режим присутствует, здесь можем баночку положить, вытягиваем, баночку можем положить под питье. Здесь динамик, салон кожа, достаточно мягкая кожа. Так. Подлокотник у него здесь есть еще. По центру смотрим. Нормально, на дальнее расстояние. Кстати, как здесь удобно, неудобно садиться. Вот я ростом 186. Я сейчас полностью сел за собой. А, достаточно неплохо. Вот расстояние до колен присутствует. Сантиметров 10 точно. Заднему ряду пассажиров доступно управление подогревом сидений. Плюс здесь можно еще регулировать. А, это зарядники, кстати, это у нас зарядка получается идет. Здесь, скорее всего, у нас USB идет. Короче, только управление подогревом сидений и вот дефлекторами можем регулировать направление воздуха от кондиционера. И все. На этом, как говорится, все закончилось. Блаженство. Прикольно, сапфировый цвет. Интересно. Панорама большая, панорама красивая. Убедитесь в этом сами. Внешний вид салончика достаточно очень даже современно выглядит. Чем-то похож на джип, Wrangler, либо Rubicon. Вот эта ручка, вот эти дефлектора. Конечно же, минус это то, что пластик у нас мягкий. Он немножечко будет трещать потом, в будущем скрипеть. Управление, кстати, здесь у нас получается шторкой. Можем открыть шторку, можем открыть панораму и ехать потом кайфовать в теплое время. А дисплей будет мараться, это 100%. Постоянно будете трогать, тач будет мараться, отпечатки пальца останутся. Ну, соответственно, здесь тоже отпечатки пальцев. Будете с собой постоянно возить тряпочку, чтобы это все протереть. Ну, а так в целом неплохо. Ну что, новый автомобиль, есть новый автомобиль. Посмотрим, насколько хорошим будет потом в будущем в эксплуатации, пока они его не загоняют на бездорожье. Хотелось бы посмотреть, как работает система полного привода. Но, к сожалению, у них здесь этого нету. Ссылки, описание автосалона я оставлю, соответственно, под этим роликом. Зайдете, посмотрите. Здесь тоже ниша, зарядка USB. Здесь можно что-то положить. Здесь идет у нас зарядочка сразу же беспроводная для вашего телефона.
подлокотник, открываем. Что у нас здесь? Здесь, кстати, тоже зарядка получается, что ли? 10 ватт. Вот здесь зарядка 10 ватт. То есть два телефона. Тут можем заряжать, здесь можем заряжать. Ну и ниши под карточки там различные. Убираем нишу еще одну. Ух, а там у нас большой, очень большой, кстати, охлаждаемый холодильник. Чувствуется, что оттуда дует холодный воздух. Соответственно, типа мини-холодильника будет присутствовать у вас всегда. Система автоматическая, получается, парковки. Все достаточно интересно. Кнопочки интересны, как на Rolls-Royce. Там тоже паркинг есть. Система автоматической парковки. Это в случае того, если вы не можете сами припарковаться. Ну, для девушек, мне кажется, это будет актуально. Салон Алькантара. Вставочки Алькантара. Здесь у нас кожа. Здесь кожа перфорирована. Массаж сидений. Вентиляция сидений. Сам на себе проверил. Очень удобно. Нормально. Отсутствует поясничная, получается, подпорка, что ли. Здесь не вижу регулировка. Регулировка по высоте. Регулировка спинка регулируется по наклону. Но этого, в принципе, достаточно. Вот такой автомобиль. Приборная панель настраивается в зависимости от стиля вождения. То есть там есть спорт, по-моему, городской и еще какой-то. Начальная стоимость 3 миллиона 199 тысяч, максимальная 3 700. Вот я не знаю, что сейчас можно купить. В принципе, на рынке за эти деньги, с учетом того, что вам автопроизводитель предлагает автомобили с большим комплексом, как говорится, опций достаточно интересных. Ну, здесь не матричная, конечно, просто светодиодная оптика, но неизвестно, как она будет ночью светить. Я думаю, что нормально. Новый автомобиль Haval Darby. По технической части здесь получается 2-литровый двигатель, 196 лошадей, да, почти. Практически 7-ступенчатый робот, роботизированная коробка передач. Это меня еще не переключало. D1. Пробуем. Ручник автоматически сам снимается. О, проекция, кстати. Вот на всех китайских автомобилях есть проекция. Мне здесь проекция нравится. Едем прямо, да? Кстати, четко видно проекцию. У меня рост 186. Посадку я сделал высокую под себя. Я прекрасно вижу. Она, кстати, не отвлекает. Ночью будет еще лучше. Она настраивается по высоте. Я знаю, вниз, вверх. Поэтому сейчас все прямо получается. Сиденье удобное, боковая поддержка присутствует, руль удобный, маленький, рулевые лепестки есть, можно переключать в ручном режиме, шумно немножко от колес, от арок, от дверей шум идет, шумки там практически, наверное, нету, если есть, то она заводская. Звук мы, наверное, не будем проверять потом, попозже, а в салоне машина, она открытая, ее можно тоже посмотреть. Задний ряд, как вам там сзади, удобно, комфортно? Высоко сидеть? Легко глядеть. Так, что у нас тут есть? Приборная панель цифровая. Здесь еще один монитор, наверное, 12 дюймов. Интересно, тоже дизайн. Ручка как на Мандровере. А, либо как на этом, на джипе еще, Ранглере. Там тоже практически такая же ручка. Навигация здесь есть на нем? Через Android Auto или... А, это вот Android, да. С камерой стоит. Тормоза, кстати, достаточно мягкие. Педалька такая удобная. И вообще расположение педали тоже удобное. 2 литра турбо. О, так неплохо. Видите, полторашечку на пустыне. Машина сейчас есть и в наличии, можно заказать, да, приехать. В наличии есть, под заказ можно. Супер. Зеркало. Здесь у нас ограничения есть по скорости? 60? Здесь до 80. 8. 60 получается. 8 подушек, да, безопасности? 7 получается. 4. Кстати, мне нравится комфорт. Мне нравится посадка сиденья, что есть боковая поддержка. 5-6. Коленная. А, коленная. 7. Ну, сидушку можно, в принципе, опустить чуть пониже, потому что я вижу.
200 миллиметров. То есть огородникам самое то будет. Дедушкам возить с собой прицеп на дачу. Ну, кстати, она и для молодежи тоже подойдет, потому что внутри все очень красиво сделано. Хотелось бы, конечно, проверить ее, это попробовать, ну, топнуть. Сейчас направо? Нет, налево. Следующий съезд. Так-то комфортно, да? Да. Здесь типа у нас идет алькантара, натуральная кожа. Так, а телефон брось. Телефон, кстати, зарядка проверить. Беспроводная. Ну, у меня нет, подключается. Функции у меня нету беспроводной зарядки. А у меня есть. Давай, попробуем. Вот. Ну-ка. Что думаешь? Будет работать? Должно быть. О, работает. Да. Все. Пусть полежит. Кондиционер. Кнопочки, кстати, интересные. Это как на Rolls-Royce кнопки сделаны. Так, не отвлекайся. Не отвлекайся. Я просто смотрю, мне просто интересно. Большой монитор. Воздуховоды здесь удобные. Ну, это, конечно, будет мараться, потому что черный глянец, как у меня также все морается. Панорама, кстати, очень большая панорама. Она еще открывается, сдвигается назад. Полностью. Полностью. Зеркала удобные, видно все. Музыка здесь стоит. То есть здесь сколько колонок? Наверное, штук 6, наверное, стоит. 10. 10? А, здесь музыка, значит, качество. Что здесь интересно? Музыка стоит. Infinity, наверное. Ну, послушаем тоже. Так, сейчас попробуем посмотреть, как она. Да, я вижу, как она у нас пойдет. Тяга. Все-таки турбо. Тонну 800 весь. Так, сзади мы никому не мешаем. Все пробуем. Ой, а причем газ, ну, не особо добавлен. Ну, робот. Чувствуете, что робот. Плавно набирает. Сзади чувствуется тяга? Чувствуется. Я за рулем не чувствую почему. Но чувствуется, как она переключает. То есть она переключает немножко так, ну как бы с толчками такими. Как рывки такие. Это когда двигатель сильно раскручиваете. Но если спокойно ехать, переключение вообще не чувствуется. Ну это понятно, потому что сейчас в таком режиме. А когда тебе 5 дали? 3 года или 150 тысяч км. Что наступит быстрее, соответственно? Автокредит от 1 до 1, сколько там у нее есть на нее? Автокредиты есть. А сколько у них процентная ставка? В зависимости от банков, мне кажется. Нет, там банка-партнера, в зависимости от первоначального взноса и срока кредита. Есть рассрочка до 2 лет. Какие есть, допустим, бонусы, когда, к примеру, я захочу сдать машину по трейдингу, какая будет скидка? По трейдингу 50 тысяч. 50 тысяч по трейдингу, плюс еще машина появится. А если я сдаю по трейдингу тоже машину марки Хавейл? Нет разницы никакой. То есть я могу на старых Жигулях приехать, 50 тысяч за нее получить по трейдингу скидку. Да. Понятно. А еще что есть? Подарки там, допустим, резина? Ну все, индивидуально. Да. Понятно. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Димас, ты бы себе взял такую машину? Почему? Не нравится? Ну, мне дизайн не нравится вообще. И снаружи не нравится, и внутри не нравится. Ну, на любителя. Не, мне нравится вот это. Необычно. Ну, новый автомобиль есть, новый автомобиль. Идет плавно. Ну, что тут интересного есть? Да. Прям какая фишка интересная есть? Прям что интересного фишка какая есть? Изюм. Чем? Изюм. Что нет других. Фары светодиодные здесь. Полностью оптика светодиодная. Что перед, что за. Ну это не удивишь. Не, ну понятно. Если тут матричные фары, то это можно удивиться. Чем мы здесь остановимся, дальше не поедем. Красный. Все ассистенты безопасности есть. Контроль полосы удержания в полосе. Слепые зоны, обнажение пешеходов. Автопарковка есть? Сам можешь парковаться. Вот видишь. Уже все есть. Ну это интересно. Ну вот тебе это. Вот. Это не для тебя, это для жены. Для жены. Сиденье передних идет. А как вентиляцию? Массаж есть? Массаж водительского сиденья. Круто, а как включить? Это топ-функция. Все через меню получается. То есть если там будет старый пенсионер, то он хрен разберется. Голосовывание, да, управление? Во. Точечно. Не, нифига, круто. Подожди, круто. И плюс вентиляция.
Вообще ништяк. Что, есть эффект? Есть. Это только на пассажирском, ой, на водительском, да, есть массаж? Да. Слушай, вообще ништяк. Ништяк. Надо было сразу же с этого начинать. С массажного сидения. Прям нормально массирует вообще. Вот плечи чувствую, поясницу, спину. Общая талия, плечи тут разделена еще. Да. Ну, нормально. Интересно, он на этом есть? У него режим так разбивания? Я могучий. Смотри, плечи, талия, общий, точечный. Ну, это круто. И каждый автопроизводитель за такие деньги может предложить еще массаж. Да? Бесплатно. Бесплатно. В дороге едешь на дальнем расстоянии, самое то, мне кажется. Кажется, поворотники так громко прям чикают. Ну, поворотники. Настраивается? А? Звук, мне кажется, можно настроить. Справа чисто. Капот тоже длинный, кстати, массивный. Капот мне нравится, такие длинные капоты. Посадка удобна. Массаж, конечно, будет. Вы сейчас этого не чувствуете? Обламываетесь на заднем сиденье. Видишь, автопроизводитель заботится о безопасности и комфорте водителя. Вот так. Так что эта машина вот только для одного человека, чтобы ездить кайфово. Еще бы, знаешь, сделали тут кондиционер только здесь, но и там сзади нет. Это карта, если проводишь. Карта, да, карточку. Радар активный есть? Что делает? Таксист. То есть активный круиз-контроль у него. Да. Система удержания в полосе. Новости послушаем. Сейчас найдем что-нибудь. Проедем. Лучше с поворотом. Ну, можем же тут повернуть, да? Видишь, монитор как? Тоже постоянно надо будет тряпочка с тряпочкой ездить. Будет мараться, все здесь будет мараться. Фотожировые пятна. Сложения. А? Пятна. Фотожировые пятна стало. Да. Отпечатки. Это Eclipse новый, что ли? Hyundai Tucson. Тусон. Покупают. Какая радиостанция? 105,7, да, есть нормально? О! Твоя любимая дело. Это Димкина любимая песня, да. Я мне сказал, что... Или тоже аудиосистема не настроена, да? Не настроена. Надо настраивать. И радио все равно не будет. Это все настраивает. Да, смотрите, да. Фишка какая получается. Звук, если добавить, я не могу зажать. Вот зажимаю. Нажимается. А вот все, пошло, ну. А я думал, надо постоянно нажимать. Так, включаем заднюю. Так, зеркала у нас опускаются вниз. Чтобы бордюр не задеть, включается система кузового обзора на 360. Кстати, очень низко зеркала опустились, я даже машину не вижу, только колеса вижу. Тебе не надо, тебе. А ты боковой не видишь машину? Ну нет, ну да, я же должен увидеть все. А. Это можно отключить. Да? Ну это тоже, мне кажется, можно все настроить. Сейчас по разметке встанет. Иконы, чтобы не задеть. Качество камер, кстати, неплохое, да? Хорошее. Прямо, видишь, показывает. Ну, я вижу, как он показывает. Фишку я близко к нему. Фишку не сбить. Я вижу. Обзор. Камера хороший. Так, нейтралочка. Можно так нажимать. Нажимаем, да? Да, не нажимаем систему. Ой, как хорошо. Дай мой телефон заряженный. Как хорошо он массирует. Спасибо. В целом, впечатление хорошее. Для кого рассматривать такой автомобиль, мне кажется, может даже пройти для молодежи. Здесь. А, здесь пластик, кстати, твердый. Я думал, мягенький будет. Да, твердый пластик. Тут у нас система проецирования. Багажник получается электро тоже, да? Да. Ну, топовая комплектация. Складывающие сидушки задние. Так, как мы теперь выходим отсюда и отключаем, допустим, массаж.
Полноразмерная запаска здесь. Посмотрим по меню, что у нас здесь есть. Так, автомобиль, настройки освещения, вождение, ассистент вождения, чтобы ассистент. А, это вот как раз таки этот радар, наверное, система слепых зон. Настройка парковки. Можно камеру посмотреть, калибровку камер. Настройка вождения. Блокировка дверей. Освещение, режим освещения. Так, это у нас получается главное меню. А вот меню. CarPlay, можно подключить телефон. Фотографии посмотреть, если есть или радио, Android Auto. Интересно, чем-то на гелик напоминает. Немножечко оттуда взяли, немножечко отсюда. Тут джип, там Гелендваген. Так, кнопка старт-стоп маленькая, такая удобная. В целом неплохо.